Друзья, всем привет! Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас воскресенье, 14 июля. Сегодня у нас тепло и солнечно. Сейчас давайте проведем, приглашаю вас провести обзор саженцев, как сейчас они выглядят. Сегодня уже с утра сделала ревизию саженцев. Занесу сегодня актуальные остаточки в каталог, потому что постоянно меняется количество. Кто-то добавляется, кто-то убавляется, кто-то продается. Посмотрите, какой красивый уже Royal Flower стоит. Так, вот этот. Во, посмотрите, уже какой хорошенький. Уже на бутончиках. Это у нас Royal Flower стоит. Тут стоит у нас Фантом. Стоит Pink and Rose. Самарская Лидия. Граффити. Потом кто тут стоит еще? Граффити. Это у нас Ванила Фрайс. Это... А вот тут у нас... Тут у нас сборная солянка. Вот это вот малыши Бубо. Бубо еще подрастают. Пока их в каталоге нет. Но очень скоро они появятся. Вот уже так они выглядят, бабошечки. Очень симпатичные, плотненькие. Здесь у нас стоит... Здесь у нас стоит Самарская Лидия, Геркулес. Это кто у нас? Это граффити. Да, вот такие вот уже саженцы граффити. Где? О, очень хорошенькие уже граффити. Это у нас Страфбери Блоссом. Но этот кривоват саженец. Сейчас красивенький достанем. Во. Посмотрите, уже целый куст. Но это, конечно, уже смешно держать в 9-м контейнере. Это уже нужно пересаживать либо в землю, либо уже в контейнер побольше. Вот такая красивая Ванила Фрайс. Тоже посмотрите, какая она уже плотненькая. Вот уже такая симпатяшечка. Ванила Фрайс. Высокая тоже гортензия это. Симпатичные саженцы Страфбери Блоссом. Тоже вот здесь они помладше, поменьше, чем те. Но вот уже тоже догоняют. Вот такие саженцы уже. Страфбери Блоссом. Симпатичная гортензия. С белым кончиком. Ну вот это вот расцвели у меня саженцы уже. Это у нас ванилка. Ванилка цветет уже. Это цветет Фантом. Вот хочу показать вам, как распустилась Сандей Фрайс. Очень красивая гортензия. Нарядная, симпатичная. Вот они уже готовы. Кому надо, пожалуйста. А вот это я сегодня вынесла малышей на адаптацию уже. Все, из теплички они выезжают. Идут на свежий воздух. Адаптируются к солнечному свету, к воздуху, к перепадам температур. От этого они станут еще крепче и краше. Но это мне сегодня пришли горшочки. Не сегодня. Не сегодня они, конечно, пришли. Вчера пришли горшочки. Сейчас надо их определить на место. Ну и быстренько обзор малышей, которые находятся в теплице Полистар. Да, вы заметили, наверное, я часто ее показываю, как она уже окрепла, подросла. Вот еще Полистар. Вот все, всех, кого вынесла, вот тут образуются пустые места. Сейчас сюда станут малыши. Вот Пиксио. Пиксио тоже. Уже хочет, наверное, на улицу выехать, потому что здесь им уже становится, наверное, темновато. Надо их уже выносить. Вот здесь только вот малышей на адаптацию были. Они перевалены совсем недавно. Все стоят, подрастают. Но я посмотрела, выпадов нет. Молодцы. Все симпотненькие стоят. Саженцы Little Alf. Тоже посмотрите, какие крепыши уже стоят. Это не высокая гортензия, белая будет. Чем-то напоминает Бобо. Вот, вот эту вот Самарскую Лидию тоже нужно уже выносить на улицу. Тоже она уже подросла. Крапивка там. Убираем крапивку. Ну вот такой кратенький обзор гортензии был. Заказывайте. Ссылочка на магазин будет в описании к этому видео в первом самом закрепленном комментарии. Переходите по ссылочке. У нас погода сейчас... У нас не очень жарко, посылки я отправляю. Так что буду рада вашим заказам.
переходите по ссылочке. Там у меня будет ссылка на группу ВКонтакте и ссылка на группу в Телеграм.